Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки Ниндзя Легенда. Я хотел, честно говоря, целую недельку, ребята, отдохнуть от черепашек. Но вы в комментариях все просите, просите, поэтому мне пришлось снять серию в четверг, друзья мои. Сегодня четверг, да. Четверг, сейчас будет у нас буст. Так, кстати, подожди, по платиновым осколкам, что у нас там, ребят? Да, вот у нас 375, ребят, на следующей неделе, в понедельник, у нас будет перевод в платиновый ранг. Ну, я уже вам говорил в предыдущих сериях об этом. Так что мне интересно, кого мы будем переводить, если честно. Очень интересно. Так, ну что, пошли на арену. А что еще делать, ребят? У нас только арена пока. Четверг, арена, зашибись. И, кстати, смешного-то на самом деле мало, ребят. Нам надо будет осколки получить. А для того, чтобы их получить, сколько там нужно получать? 375, это получается 25. Нам нужно будет в Лигу Мастеров одна звезда, ну как минимум, попадать. Понимаешь, да? А до нее еще нужно доползти. Ты сейчас увидишь, как мы будем с тобой медленно продвигаться и отсюда делать уже какие-то определенные выводы. Мы даже воин одну звезду просто не проскочили. Ну, не проскочили мы ее. Зачем я сюда Рафаэля взял? Непонятно, когда мы тут своими пока силами. Они сейчас будут, ребята, очень долго зависать на вот этих начальных уровнях. Поэтому мы с тобой вот тремя персонажами будем сейчас очень долго тут ковыряться. Потом там уже где-то получим четвертого. Ну и уже там ближе к концу, уже пятого. Дадут нам это в лучшем случае. Так, ну что, воин, две звезды, 92-я позиция, я офигею, 45 ступенек, ребята, пролетаем всего лишь. Раз, два, три, погнали. Так, заряжаем. Ну, я, ребят, понимаете, поставил здесь на автобой, потому что... Что я буду самых бомбить, что они будут, то есть никакой разницы нету. Ну какая, опять 45-я, да? 51-я. Так, ну давай мне 11-12. Эй. Вот. Лёха. Говна лепёха. Погнали. Что у нас тут получится? Ну, пока у них силён хватает, ребят, на разборке с одного удара. Значит, изи. Все будет хорошо. Не перешли. Не перешли, друзья мои, мы с вами на 3 звезды. Опять дают 11-11. То есть даже не 12-13, ничего. 11-12, ребят. Как вот... Как в самом начале. И до сих пор еще 3 бойца. А если бы это был бы нормальный буст, понедельничный, ребята, мы бы... Уже бы у нас было бы 5 бойцов, и мы бы уже с тобой были бы в лиге, наверное, самураев. Ну, это я, конечно, утрирую, не все так быстро, но, тем не менее, мы бы продвигались намного быстрее, ребят, чем здесь. Смотри, мы с тобой только на воин 3 звезды поднялись. Трэш, ну... Вот, 12-13, это офигеть. И они вот начинали с 18-18 уровня, да, друзья? 4 персонажа. И только сейчас, спустя сколько там, 5-6 поединков, они перешли на 25 уровень. Офигеть. Да ладно, морозилка, ты чё? То есть ты вот так вот настолько слаба, что даже не смогла... что даже не смогла пробить... Плохо. Тридцать шестой уровень, друзья. 36 уровень. У наших противников 24-26. А у нас 56. То есть 30 уровней разницы. Ну, опять же, ребят, я вам говорю. Вообще ни о чем. Видишь? То есть 56-й, он не справляется, ребята, с 24-м. 30 уровней разница. Ну как так может быть? А вот будь он на моем месте,
ну, я имею в виду противник, да, он бы клепал бы только шорох, ты понимаешь? Он клепает даже если на один уровень разница, он так разносит, будь здоров. А на 30 я вообще молчу, ребят, что потворилось бы там. Поэтому вот в этом плане несправедливо сделано, как я считаю. Что бот фигачит тебе, как, я не знаю, как сосунка какого-то разбирает. Мы только в элиту, мы только в элиту с тобой зашли, прикинь. Офигеть, только до элиты добрались. Раз, два, три, четыре. Уровень 27, 28. У нас по-прежнему, ребят, 56. Ну давай. Так, Шреддер накатил. Блин. Саблезуб что-то даже не смог пробить. Сфига ли, блин, спрашивается. Этот берет провокацию на себя. Типа, тебе зря ты это делаешь, парень? Зря. А с другой стороны, у него выбора нету. Зря ли, не зря. Если у тебя выбора нету, конечно, ты, ребята, отгребешь по полной программе. Так, погнали дальше. Короче, мы, наверное, в лучшем случае до Лиги Самураев доберемся сегодня. Другой перспективы я пока не вижу, ребят. Лига Самураев, ну, в лучшем случае две звезды, это в лучшем случае. Поехали. Мне вот это нравится. Прикольно смотрится, да, ребят? Такой пирожное хотел такое взять, а оттуда эта фигня, гриб какой-то непонятный. Что он там делает, спрашивает, в этом пирожное спрятался. Ну давай, добьешь? Да нет, не добьет, конечно, он этим. Магму надо просто так не взять. Прекрасно. Но, слушай, даже Лига Самураев, ребята, у меня под каким-то таким большим вопросом. Что-то я вот так сейчас смотрю на это все. Хотя, нет, Лига Самураев будет, но я не уверен, что до двух звезд мы дойдем. Одна, может быть, ближе ко второй звезде. Ну, было бы неплохо, если бы две взяли бы. Потому что там Лига Самураев, дальше идет Лига Сёгунов. Ну и вот Лига Мастеров. Нам нужно до Лиги Мастеров, ребят, добраться. Еще раз повторяю. Тунь. Так, блокирнули. А зачем ты берешь провокацию, а? Лео. Я вот, блин, я не понимаю вот этого вот, ребята, бот, когда вот они на автобое. Зачем ты твою налево применяешь массовую атаку на одном противнике? Зачем? Что тебе это даст? Тебе это ровным счетом ничего нет. Нет, он все равно, ребята, использует. 13-15, да? Окей. Ребята, они уже переходят на 33-31 уровень. Наконец-то нам дали 5 бойцов. Это уже ближе, как говорится, к финалу. Я, в принципе, так и говорил, что будет. Угу. Да ладно. Вот мутагеноид мог бы сделать немножко другой удар, друзья мои. Он бы мог сделать удар по земле. И было бы, наверное, от этого лучше профит, чем вот так вот по одному фигачит. Тут массовая атака только у мандагека и у мутагеноида. Это мы сейчас в лучшем случае в элиту 3 звезды зайдем. Ой, там еще копошится и копошится, блин. 13-15. Ну давай. Так вот сделаем. Автобой, конечно же, автобой, ребят. Морозилку сразу вырубил. Вот у Бакстера, я, ребят, смотрю, вот когда он бросает пробирку, не всегда, да очень редко, ребят, срабатывает заморозка. А то у банки от этой. Ух ты, ух ты, ух ты. Даже урона не нанес, прикинь. Никому. Вот так вот. Ну, какое там 30-е место у нас? О, 14-е. Дай мне 13-15. Что ты все у меня в 12-14 хочешь опустить, а?
У нас уже, ребята, 70-ники пошли. А они до сих пор на 32-м. То есть разница в 30 уровней. Ну, здесь, по крайней мере, она чувствуется, ребята. Это разница, потому что здесь, ну, они вырубают, будь здоров. Ну, Донни как-то не очень хорошо своим посохом ударил. Ну, так, слабачок. Ну, переходим в элиту 3 звезды. Так, 13-15. Ну, наверное, 13-16 должно быть уже. Нет, не заслужил? Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Из массовиков у нас кто здесь? Да, в принципе, много кто. Крысиный король. Нейтрализатор. Карайк, да все, кроме вот. Кроме Тимати, они все, ребята, имеют массовые атаки. А ты откуда она берет копье, а? Скажи мне на милость. У нее не было копья, откуда она взяла копье? Давай 50 место, а? О, 48-е, шикарно. 13-16. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько там, ребят? Ну, поединка 3 еще. Мы можем выжить. А потом все. Потом делаем ежедневки и... идем отдыхать, друзья мои. Идем отдыхать. Это да, это вот мы, ребят, только до лиги самураев доберемся. Получается так. Получается так, лига самураев. Это будет одна звезда. То есть до 3 звездочек не дотягиваем. Ну, не беда. Единственное, что у меня кончаются выходные. То есть завтра мне с утра. А ты сам знаешь, с утра эти утренние смены, блин. Толком ничего не успеваешь. Приходишь домой в 10 часов вечера. Ну, что там? Ну, один видосик лучше включить, снимешь? Снимешь. А еще не забывай, его надо прорендерить и выложить. То есть, ну, за день не получается, ребят, ничего сделать. Вот, то есть ты его только снял, на ночь он у тебя рендерится. С утра, в лучшем случае, ты его залил. И только на следующий день вечером ты его уже опубликовал. Как-то так. Угу. Ну, тут, конечно, ребятушки дают прикурить нашим противникам. Даже несмотря, что не делали массовых атак, просто одиночными раскурочили их. 58-е место. 14-17. О. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, ребята, один какой-то у нас не в удел будет. Как говорится, неиспользованным. Ну и фиг с ним. Хотя я могу, знаешь, как сделать? Я могу, например, использовать всех, кроме Маузера. И Маузера поставить в конце. Потому что, ну, сам понимаешь, он разнесет их в пух и прах. Единственное, сколько мне дадут при этом кубков, ну, 1-2, как бы он роли не сыграет. Но зато ты отыграешь всех бойцов. Так, 14-17. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Маузеры же. Даже если они, ребята, с одной заходки не бомбанут всех, все равно они ему ничего не сделают. И он все равно их добьет, пробьет этих шитиков всех. И у нас все будет четенько. Так. Да. Не шанс, как говорится, нашему противнику на многоходовочку, так скажем. Ну, возможно, возможно. Хоть это и маловероятно, он сможет взять. Да нет, три кубка вряд ли. Один, три кубка. Хотя,
Я не знаю, ну посмотрим сейчас. Блин, че я туплю, а? Надо было влепить просто массовой атакой. А? Ну, чтобы быстро все это дело закончилось у нас. Подыщ. Ну и все. Глянем. Да, друзья мои. Более чем. Даже 5 ступенек мы взяли с тобой, а не 3. Так, пошли на испытание. А, да. Подожди. Фига себе, мы с тобой здесь внизу пропустили. Как-то так. Непорядок. Макман в окружении грибов. А грибы еще с этой, ну, грибы ставят защиту, да? Минус гриб. Макмен завязывает дурковать. Какой это не Макмен, ребята? Что Макманом назвал? Это же этот у нас. Вот это да, вот это с памятью моей вообще беда. Как его звать-то? Да ну нафиг. В голове Гринч крутится, прикинь. Гринч в голове крутится. Все, короче, ребят, я забыл, как его звать. Ой, блин, ну как так-то? Забыть, как этого хламу назвать. Блин, я серьезно, ребят, я не могу вспомнить, как его звать. Дай хоть освежить память-то. Крип, Крип, Гринч. Какой нафиг Гринч, Крип? Да, однако. Так, ну что, ребята, давай дальше качать Рафаэля нашего. 4 шляпы нам нужно с напитками. Как всегда начинается вот это вот. Ага, одну шляпу нашли. Вторая. Третья, ну и последняя, пожалуйста. Четвертая, так, 4 шляпы есть. Блин, 18 наушников. Ну ты серьезно, блин? Так, двое. Двое наушников есть. Трое есть. А нужно 18. 4. 5. Ну. Да. Смотри, как. Вот смотри, вот 6. 7 наушников, ребят, всего лишь нашел. А нужно 18. Это еще плюс 11 получается. Поднять уровень персонажа. Так, давай мы, наверное, его и прокачаем, да? Да, ребят, 86 уровень у него, отлично. 86. Нам бы, конечно, соточка, чтобы у него был как можно быстрее. Так, в испытаниях что у нас, ребята? О, черепашья буря. Ну, это будет, ребята, до начала через сутки. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.